Муниципальный этап фестиваля конкурса «Адрес детства Кубань» прошел в поселениях Северского района. Творческие коллективы подготовили выставки, концертные программы, на которых и показали жюри свои таланты. Конкурс «Адрес детства Кубань» уникален тем, что объединяет все жанры художественного творчества. В фестивале приняли участие коллективы городских и сельских поселений. Это юные певцы, музыканты, танцоры, художники и спортсмены. Уже на следующей неделе жюри подведет итоги. Лучшие участники конкурса смогут принять участие в краевом этапе, который состоится в апреле следующего года.